Так, вот снимаю видео для Димы, для Дмитрия, по поводу работы гранулятора. Вот гранулятор, ролики подвижные. У Саши матрица подвижная, тут ролики подвижные. Так, вот конструкция гранулятора. Натяжка ремня с двух сторон. Шкив стоит большой. Почему большой? Потому что гранулятор будет на 220 работать. Нагрузка будет хорошая. Двигатель стоит 5,5 кВт, 1500 оборотов. На два ремня стоит, шкивы стоят. Так, вот сейчас запускать буду сеть. Вот сеть 220, включаю ее и запускаю гранулятор. Так, гранулятор крутится, все вращается. Сейчас буду сыпать, перемешаю вот травяная мука с люцерки, а вот гранула, в ней уже есть люцерка, ну и зерновое. Сейчас все смешаю я это. Неудобно одной рукой снимать. Вот, я смешал. Ну, немного сверху. Вот, теперь буду засыпать в гранулятор. Вот видно, травяная мука между гранулами. Засыпаю полный бункер. Ну, типа полный, тут надо мне одной рукой неудобно снимать. Вот гранула сыпется. Получается с люцеркой. О чем говорить, что не получится. Вот гранула. Почему он говорит не получится, я не знаю. Я ее обратно сюда кину. Вот. Так что все работает. Как-то так, Дима. В общем, я тебе вечером скину. Приду домой с работы и скину. Давай, успехов. Созвонимся.